Дерзкое нападение на церковь совершено в кенийском городе Момбаса. В результате убитые двое прихожан, еще один скончался по дороге в больницу. Есть раненые. Выйти на след преступников полицейским пока не удалось. Нападавшие скрылись незадолго до приезда стражи порядка. Их поиски продолжаются. По словам очевидцев, перед атакой один из террористов что-то крикнул на иностранном языке. Его спутники открыли беспорядочный огонь. Есть информация, что злоумышленники пытались атаковать еще одну церковь поблизости, но им помешал полицейский патруль.